Спасибо большое, Игорь Григорьевич, и слава Богу. Благодаря много. Да, мы сегодня пели песню. Днеска пяхме песента. Я живой, я живой. Аз съм жив, аз съм жив. И реально не все, может быть, осознают, насколько это драгоценно. Может быть, не всички осознават колко скъпоценно това. Если вы помните, у нас здесь даже во время служения. Ако се спомните, дори по време на служение. Бегала одна собачка. Бегало едно куче. И звали его Ян. Той се казваше Ян. На еврейском служении его дали имя Шаломчик. И на еврейском служении его нарекли Шалом. А он реально был Шаломом. И то наистина беше Шалом. Он такой миротворец. Като миротворец. Он мог подбежать, посмотреть в глаза. Можеш ли да дойде при теб, да погледне очите. И сердце просто таяло. И сърцето се разтапя. Он, к сожалению, умер. За жалост, той починал. Умер от онкологии. От онкологията. Слава Богу, что пожил. Слава на Бога, че е живял доста. Ему было примерно 13 лет. Той бил на 13 години. Мы похоронили его на церковном участке. Погребахме го на църковната площадка. И когда мы его хоронили. Когато го погребахме. Мы с Наташей стояли и плакали. И с Наталя плакахме. Потому что эта маленькая собачка, она стала нам очень дорого. Защото беше скъпоценно това куче за нас. И Бог мне тогда проговорил в мое сердце. И Бог моето сърце каза. Ты можешь себе представить? Можешь ли си представиш? Если для тебя собака стала так дорога. Ако едно куче станало толкова скъпоценно за теб. Насколько твоя жизнь дорога для меня? Колко твой живот е скъп за мен? Я подумал сегодня, что я простой человек. И я себе помислил, что сам обыкновенный человек. Вот Олег Григорьевич говорит, мы простые люди. И Олег Григорьевич говорит, что мы обыкновенные хора. В вере мы обращены из язычников. И в вярата сме обърнати от язычниците. Библия меня сравнивает с собакой. И Библията ме сравнявала с кучето. У меня была одна проповедь. Имах една проповедь. Которая так и называлась. Която така се наричала. Психоанализ моей собаки. Психоанализ на моето куче. Ко мне подошел наш брат, благословенный Эдик. Един благословен брат дойде при мен, Эди. Армянин. Армянин. Он из, ну, он хозяин большого отеля. Одного из самых больших отелей. Един друг армянин, благословен, от ступани на един хотел. И он сказал, ты знаешь, все твои проповеди, они просто потрясающие. И всички твоите проповеди са потрясаващи. Я думаю, что в моей жизни не было лучшего проповедника. И в моей живот не имало по-добър проповедник. Но я не понимаю. Но аз не разбирам. Твою одну проповедь. Твоята една проповедь. Которая называлась «Психоанализ моей собаки». Която се наричаше «Психоанализ на моето куче». И знаете, я ему сказал. Я ему казах. Вот вообще эта проповедь была обо мне. Тази проповедь беше за мен. Я видел эту собачку. Аз виждах това куче. Я понимал, что это прообраз. И аз разберех, что твой прообраз. Это на самом деле я. Това съм аз. И насколько точно говорит Писание. И колко точно казва Писанието. Знаете, в Писании в притчах написано так. В притчите пишем. Лучше быть живой собакой. По-добре да си живо куче. Помните это место? Помните ли това място? Нежели мертвым львом. По-добре, отколкото мертв лъв. Хочется быть львом, конечно. Иска ми се да бъда лъв. Но я понимаю, что я не лев. Но аз разбирам, че не съм лъв. Но я рад тому, что я живая собака. Но аз се радвам, че съм живо куче. Потому что я что-то могу сделать для дьявола. Защото мога да направя нещо за дьявола. И я доставляю ему очень много проблем. Ему доставим много проблеми. И он меня, конечно же, очень люто ненавидит. И той ме ненавижда. Сегодня моя проповедь сегодня. И моята проповедь. Из книги Откровения. Книга на Откровение. Третья глава. С 14 стиха. От 14 стих. И на проекторе мы сейчас сможем увидеть перевод на болгарский язык. Вы знаете, Иисуса Христа по Писанию можно удивить. Напомню вам, когда пришел Иисус Христос в свои галилейские места. Когато Иисус Христос е отишъл в своите галилейски места. А до этого он сделал очень много чудес. Преди това е направил много чудеса.
Не было ни одной болезни. Слышите меня? Ни одной болезни. Нету одна болезнь. Которую Иисус Христос не мог бы исцелить. Куя Иисус Христос не би могол да исцели. Написано, что Он исцелял все болезни. Написано, че исцелял всичките болести. Все немощи и недуги. Всичките недузи. Бесы бежали от него. Бесовите се избягвали от него. Мертвые воскрешали к жизни. Мертвые се воскресвали к живота. Но когда он пришел в свои родные галилейские места. Но когда той дошел в свои галилейские места, где ты израснул, где он провел свое детство, где ты прикарывал свое это детство, он не мог исцелить там никого. Никой не мог да исцели там. И смотрите, как Писание говорит. Как Писание это указывает. И дивился Иисус. И се изненадвал Иисус. Был очень удивлен. Много се учудвал. Чему? За что? Их неверию. На тяхнуту неверие. А там были одни евреи. А там все были самые евреи. И это, конечно, было очень печально для сердца Иисуса. И това беше печално за сердцето на Иисус. Другое место говорит. Другото място казва. Был один сотник. Имал один сотник. У которого дочь. Който имал дъщеря. Лежала при смерти. И тя била на леглото и почти умирала вече. И сотник обратился к Иисусу Христу. И този сотник се обърнал към Иисус Христос. И попросил его исцелить. И го помолил да исцели дъщерята му. И вы знаете, что потом сотник говорит? И какво после сотника казва? Кто такой сотник? Каков, какой той? Язычник. Той язычник, римлянин. Командир роты. Той командир на рота. Воинское подразделение, которое насчитывает примерно 100 человек. Подразделение на войска, които са около 100 человек. Это примерно в звании капитана, майора. Това като звание на капитан. Обращается к Господу. Се обръща към Господ. И Господь говорит, ну как? И какво казва? Сейчас я все оставлю своих учеников. Как что да, оставя своих ученицы и что уйти до притеп. И вот этот язычник, он говорит такую фразу. И този язычник казва такова фраза. Я примерно говорю так. Примерно. Своим современным языком. Со своей думи. Ну вот я сотник, я командир. А сам сотник, сам командир. Если я скажу подчиненному. Аку кажа на свое воин. Солдат или командир отделения или старшине. Някакъв командир. Приказ дам ему. И что ему дам нареждане. Ну он же пойдет и исполнит. То есть ты уйдешь, что его исполни. Ну так же и у тебя. И такая при теб. Если ты скажешь, что все будет. Аку ти ще кажеш, всичко ще се случи. И опять Писание говорит. И пак Писание это указывает. И дивился. И се учудил. Иисус. Иисус. Чему? На какво? Вере вот этого язычника. На вярата на този язычник. Вот я просто по той фразе о том, что лучше быть живым псом. По унази фразе, че по-добре да си живо куче. Потому что нас обращенных из язычников. За что-то тези, които са се обърнали от язычниците. И вы, пожалуйста, на это не обижайтесь. Не се обиждайте. Я не обижаюсь. Не се обиждам я. Меня это сокрушает и смиряет. Това ме сокрушава и ме смирява. Писание меня сравнивает с собакой. Писанието ме сравнява с куче. Но еще раз повторю, лучше быть живой собакой. Но ще повторя, че по-добре да си живо куче. Нежели мертвым львом. По-добре, отколкото мъртъв лъв. Начинаю читать. И започвам да читам. И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. И вот проповедь моя сегодня называется, о, если бы ты был холоден или горяч. И проповедь ми днес се нарича, о, ако си би бил, ако би бил студен или горещ. О, если бы ты был холоден или о, горяч. Ако саму си бил студен. Смотрите, или горещ. Восклицание Ишуа Машеха. Ишуа Машех восклицава. О, если бы ты был. Аку би бил. Холодным. Студен. Я знаю, что в болгарском переводе сегодня Оксана подсказала. Хладен. Или топл. Да. Немножко другой перевод, но смысл не меняется. Вы знаете, это одно из непростых мест. И это одно из непростых мест. Я раньше, в начале своего пути, я это место не понимал. Начал на свой путь, не разбирах това място. Я спрашивал примерно так, что, Боже, что это значит? И питах, Боже, какво означава това? Это значит, я должен быть периодически холодным? Трябва периодично да съм студен. То есть надо мне как-то отступить от веры? И така ще отступя от вяра? Остыть, отойти от тебя? Да се отдалеча от теб. А потом опять вернуться после, к тебе и стать опять горячим? А после пак да се върна към теб и да стана горещ? И долгое время это место не понимал. И долгое время не разбирах това място. И вот я хочу сегодня поделиться, потому что это место, оно очень важное. Искам да споделя с вас. Това място много важно. Оно о балансе. Стой за балансом.
и о том, что значит быть холодным. И каково означало дойти студен. Я думаю, мы все понимаем и все согласимся с тем, что значит быть горячим, что нам более-менее понятно, да? И не разбираем, каково дойти гореть. Мысли частички разбираты. Ну, гореть для Христа, да. Да горишь за Христос. На горячую плиту муха не сядет. Горешь-то... Фурна и мухата няма да седне. Но я все равно открою пару мест. Ну что, отворяй другие места. Например, Псалтырь. Псалми. Псалом 103. 103. Четвертый стих. Четвертый стих. И написано там так. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. То есть Бог творит своими служителями огонь пылающий. Второе место возьму из Нового Завета. Другое место, что взяла от Нового Завета. Оно написано в Римлянам 12:11. Римляне, 12 глава, 11 стих. Сейчас я найду. Римлянам 12 глава, 11, с 10 стиха лучше. От 10 стих по-добре. И здесь написано так, что апостол Павел пишет: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». И вот это выражение, да? Този израз. Пламенеющий огонь. Да будете пламени по духам. Духом пламенеете. Господу служите в одной связке. Служите на Господа. Вы знаете, гореть для Господа – это значит служить Господу. Да горишь за Господа означало да му служишь. Нести его огонь. Да носишь неговия огонь. Я бы хотел это сравнить с пулей. Бих искал да сравнять вас с коршуном. Вы знаете, вот пуля, пока она в обойме, да? Докато и в оболочка-то. Она там холодная. Обойма. Да. Ну, когда из пистолета стреляешь или из ружья. Докато самия коршум и в самия коршум. А коршун в обойме? В цевта. В цевта? Докато коршун в цевта? То и хладен. То и хладен. Ну когда он вылетает из ствола? Ну когда излита от. Он очень сильно нагревается. То и започнет сильно горяво много. Это очень хороший прообраз. И твой добр прообраз. То есть Бог набивает свой колчан стрелами, да? И Бог слага стрели в свой колчан. Стрелы это мы. Стрелите. И там мы пока еще в колчане, мы там холодные. И когда мы еще лежим, мы студени. Стреляет нас. Но когда Бог стреляет, ставим горещи. И пока мы летим, мы нагреваемся. И докато летим, не с нагреваме. Пока мы служим людям, мы нагреваемся. И когда докато служим на хората, с нагреваме. Мы исполняем вторую заповедь, мы нагреваемся. Исполняваме вторую заповедь и с нагреваме. И мы призваны гореть. И не сме призывани да горим. Но что значит быть холодным. Ну, как означало да сме студени? И вот сегодня я открою вам одно уникальное место. И ще отворя едно уникално място. И оно написано в Евангелии от Луки. Пише го в Евангелието на Лука. В 10 главе. В 10 глава. С 38 стиха. От 38 стих. Я думаю, что вы все поймете. В продолжении пути их пришел он... В одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала его. Марфа же заботилась о большом угощении. И, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа». Знаменитое выражение, правда? Мы иногда смотрим на сестер. Марфуша, ну какая ты Марфа? Что ты там все носишься, бегаешь, суетишься? Вон, как Мария, сядь у ног Иисуса. И понякога, като гледаме сестри, казваме, защо се суетиш като Марта? Седни като Мария. Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И знаете, кто-то понял? Някой разбрал ли? Вы знаете, вот это вот чередование. Чередование. Да, это не значит, что нам всем надо войти в служение Марфы. Не означает, что частички трябва да сме в служение на Марта. Или это не значит, что нам надо войти все в служение Марии. И не означает, что трябва всички да сме като Мария. Как это прекрасно сидеть у ног Иисуса. Колко прекрасно да сидим в краката на Иисус. И просто слушать его. И просто да го слушаме.
Вот. Нам бы всем хотелось просто вот так успокоиться просто и ничего уже не делать. Всички бы их мы искали така да се успокоим и ничто да не правим. Но на самом деле служение Марфы, оно тоже очень важно. Но служение на Марте също много важно. Я хочу сказать, соотношение, оно примерно 1:6. И соотношение то 1:6. Это очень хороший прообраз. Това е много добър прообраз. И кто нам его показал? Кой ни го е показал? Нам показал его сам Бог. Самия Бог ни е показал. Бог вот 6 дней трудится. Да? 6 дней работы. Да, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. От понедельник до субботы. А, от недели. А в субботу, в шаббат, что наступает? А, от неделя до пятника, Бог, а в субботу почива. Написано, успокоился о всех дел своих. Бог се успокоил от всички свои дела. Если Бог периодически вот так успокаивается. Ако Бог периодично така се успокоява. А кто мы такие, чтобы ну, как-то вот так вот ну, показать, что надо выйти на субботник. А кои сме ние така... Поработать хорошо. Да, казваме в деня, когато трябва да почиваме, ето, айде да работим и този ден. Когда я прибыл в Болгарию... Когато пристигнах в Болгария... Я узнал одну историю. Научих една история. Что одних медицинских сестер... Че едни медицински сестри... По медицинской линии отправили в Израиль помогать. По медицинской линии саги спратили в Израиль да помагат. И они очень хорошо там трудились. И те много добре се трудили там. А в том, чтобы показать свое как бы, почитание к Израилю. И да покажат свой почет к Израилю. К больнице. К больнице-то. Они все вышли в субботник на субботник. И те излязуха на субботу да почиствуют. И давай там убирать, мести, все вот так. Всичко такая новинка да почиствуют. Очень сильно старались. Много сильно се старались. Просто вылезали все. Просто всичко было толково чисто. На следующий день... На следующий это день. Было, ну да, на следующий день. Более точно, в понедельник. В понедельник. В понедельник всю эту команду депортировали из Израиля. И целый этот экип сеги депортировали от Израиля. За что? За какого? За неуважение. За неуважение. К национальным традициям Израиля. К национальным традициям на Израиль. Ну, у нас как-то не принято в субботу работать. При нас не принято да работаем в субботу. Извините, пожалуйста. Извините. И просто я думаю, что надо очень важно понимать, да? И мысли, что много важно да разбираем. Ну да, наша семья приняла такое решение, мы по субботам, мы отдыхаем. И наше семейство все, что взяло решение, да почиваем в субботите. Иногда, когда какой-то осел... Понякога, когда някакъв осел... Упадет в яму, да? Магаре, падне в яму. Это слова Иисуса Христа. Това са думите на Иисус Христа. Ну, разве я не пойду и не попытаюсь его вытащить оттуда? Няма ли да отида и да се опитам да го извадя оттам? В субботу у меня остаются только какие-то такие экстренные случаи. И в суббота правя... Работе, ако има някакви извънредни случаи. Когда я как доктор куда-то еду и помогаю. И когда като лекар отивам и помагам. Я считаю, что это правильно. И смятам, че това е правилно. И вот сегодня я хотел бы немножко поговорить. И днес искам да поговоря за това. Вы знаете, в нашей жизни вот с Натальей. В нашей живот с Наталья. Были многие служители. Имало много служителей. Которые просто не имели вот какой-то вот такой, ну, мы были первая волна 90-е годы пробуждения. И не бяхме первая волна през пробуждането на пробуждането през 90-те години. Нас никто не учил. Никой не ни учил. Мы просто встали в проломе и поперли. Просто започнахме и тръгнахме служить. И започнахме да служим. И, конечно, наделали очень много ошибок. И направихме много грешки, разбира се. Наломали очень много дров. Много грешки. Мы были очень усердны. Но бяхме усердни. У нас была настоящая первая любовь к Христу. Имахме истинска първа любов към Христос. И что мы делали? И какво правихме ние? Мы работали, работали работихме, и работали. Работихме и работихме. Без устали. Без почивка. У нас не было выходных. Нямахме почивни дни. Хотя мы провозгласили, что шаббат у нас каждый день. Ние казахме, че шаббат е всеки ден. На самом деле у нас каждый день был понедельник. Всъщност всеки ден беше понеделник. Потому что мы пахали. За что ту много работихме. Пахали для Господа. За Господ. И мы увидели, что через какое-то время. И видяхме че след време. Многие служители просто выгорели. Много служителей се изморили. От них просто ничего не осталось. И ничто не останало у тях. Я хочу привести в пример одного видного евангелиста. Искам да ви кажа като пример един евангелист. Его звали Эдванд Робертс. Той се казва Едмунд Робертс. Великобритания. От Великобритания. Уелс. Уелс. Великое пробуждение в Уелсе. В великото пробуждане в Уелс. Вы все можете прочитать это в Википедии. Всички може да прочитате това в Википедията. Вот этот молодой человек, 25 лет. Този млад човек на 25 години. Начал свое служение. Е започнал своето служение. И привел ко Христу. И довел при Христос.
более 100 тысяч человек. Повече от 100 хиляди хора. За короткий промежуток времени. За краткое время. Я даже хочу привести некоторые тезисы, потому что они важны и по сей день. Искам да прочитаю некоторые тезисы, за что то са важни до днешния день. Оно началось в 1904 году. Това е започнало 1904 година. И продлилось всего лишь 9 месяцев. И само 9 месяцев продължило. И сейчас вы узнаете, что потом случилось. И ще научите какво се случило. Но я хочу привести его тезисы. Искам да прочета неговите тезиси. Еван Робертс получил от Бога 4 пункта для пробуждения. Робертс получил 4 пункта. О которых он проповедовал снова и снова. За които проповедовал отново и отново. Первый пункт. Първата точка. Исповедуй все известные тебе грехи. Исповядвай своите грехове. И получи прощение через Христа. И получи прошката через Христос. Чтобы кровь Христа... Кръвта на Христос. Тут же омыла тебя от всех этих грехов. Веднага да те умие от тези грехове. Второй пункт. Втората точка. Удали из твоей жизни все, что ты думаешь, что может тебе мешать. Махни от живота си всичко, което мислиш, че ти пречи. В поисках Бога. В търсенето на Бог. Если ты в чем-то не уверен. Ако в нещо си не уверен. Удали и это. Махни го и това. Третий пункт. Третья точка. Будь готов послушаться Духа Святого спонтанно. Быть готов да се послушаешь на Святий Дух спонтанно. То есть, если тебе Дух Святой говорит ночью. Ако Святий Дух тебе говорит през нощта. Вот встань сейчас и иди. Стани и върви. На ту дорогу, которая пуста. На онзи път, който е празен. Тебе надо это сделать. Трябва да го направишь. И ты можешь увидеть чудо в своей жизни. И можешь да видишь чудо в свой живот. И пункт номер 4. И четвертая точка. Публично исповедуй Иисуса Христа. Публично исповедуй Иисус Христос. Этот проповедник был известен тем, този проповедник е бил известен с това, что грубые неотесанные шахтеры после покаяния. Че, шахтеры. Минеры. Минеры. Да, минеры след покаянието. Не знали, как управлять своими лошадьми. Не са знали, как да управляват своите коне. И все дело было в том, и всичко беше... Същността беше в това, что до своего покаяния, че преди своето покаяние, они говорили со своими лошадьми только матом. Те са говорили со своите коне само чрез псуня. И лошади их понимали. И конете са ги разбирали. Но после покаяния их речь поменялась. Но след покаянието речта им се е променила. Поэтому нужно было время, чтобы лошади адаптировались. И е трябвало време конете да започнат да ги разбират. То есть языковой барьер, правда, да? И... Имали са езикова бариера. И вот смотрите, это пробуждение длилось всего 9 месяцев. И това пробуждане е траяло само 9 месяца. На 9 месяце служения Еван Робертс очень сильно устал от физической нагрузки. И на 9 месяц той Робертс се изморил физически. И решил уехать отдохнуть на неделю к своим друзьям в другой город. И решил одна седмица да замине в друг град при приятелите да си почини. После этого след това, он никогда... Больше не вернулся. Той никога не се е върнал. Еван Робертс прожил до 72 лет. Еван Робертс е живял до 72 години. Но никогда больше не вернулся в служение. Но никога не се е върнал към служение. Вот я бы не хотел повторить вот эту историю. Не бих искал да повторя тази история. Какой вывод мы можем извлечь сегодня? Какъв извод можем да направим от тази... Знаете, я хотел бы сегодня провести история. Такую коррекцию. Искам да направя една корекция. Мы иногда путаем отдыхать. Понякога бъркаме. Отдыхать от чего? Да почиваме от какво? Отдыхать от кого? От кой? От Бога вообще можно отдыхать? От Бога дали можем да си почиваме? И вот здесь вот она, вот эта закавыка. Тука е тази... Недопонимание, недоразбиране. Да, недоразбиране. О том, что... Вы знаете, Иисус Христос сам показывает нам очень четкий и ясный пример. Иисус Христос не показывал ясен пример. Что делает Иисус Христос? Какво прави Иисус Христос? Очень мощное служение. Мощное служение. Тысячу людей каждый день приходят к Христу. Хиляди хора идват при него всеки день. Исцеление, освобождение, воскрешение. Исцеление, освобождавание, воскресвание. И даже в субботу Иисус Христос он служит. Дори в субботу Иисус Христос служит. Для того, чтобы кого-то исцелить. За да исцели някой. Ну, вы знаете, периодически написано. Но периодично. Иисус Христос уходил в горы. Иисус Христос ходил в планини. А периодически Иисус Христос уходил в пустыню. Понякога и ходил в пустыне. Еще Писание говорит, что чтобы уединиться там с Богом.
Кто я ходил там, за да се уединись с Бог. Знаете, вот мы сейчас можем видеть по всему миру возникают так называемые ретриты. И по целый свет видим, что возникают ретриты. Это вообще благословенное служение. Тваса благословение. О чем ретриты? За какво са ты? Ретриты это служение. Ретриты тваса служение. Служителей. На служителей ты. Для служителей. За служителей ты. Для того, чтобы они восстановились. Те да се восстановят. Для того, чтобы они могли прийти в какое-то место. Те да отидат в някакво място. И чтобы они в этом месте смогли восполниться Богом. И в това място да се восполнят с Бог. Просто посидеть у его ног. Просто да посидят пред просто краката му. Послушать, что он скажет. Просто да послушат какво той ще му. Знаете, Псалом, Псалом 45, 11 стих говорит. Псалми 45 глава, 11 стих. Там написано очень ярко. Много ярко написано. Остановитесь. Спрятайте. И познайте. И ще познайте. Что я. Че аз. Бог. Сын Бог. Остановитесь. Спрятайте. И познайте. И ще познайте. Что я. Бог. Че аз съм Бог. Знаете, я вот уехал в Молдову. Аз заминах в Молдова. Ну, не просто так. Не просто так. И я поехал туда не отдохнуть. И аз отидох там не за да се почивам. А кого, от кого мне отдыхать? От какого да почивам? Конечно, я периодически устаю очень от пациентов. Нали периодично се изморявам от пациентите. Бог вывел нас на новый уровень. Бог не в... В клинике. Сложил на новото ниво. И в день приходит просто толпа народа. И в деня през один день идут много хора. И Бог мне просто проговорил о том, что здесь будь внимателен. И Бог мне казал, буди внимателен. Ты не можешь сам им помочь. Не можешь сам да им помогнешь. Это просто тебя убьет. Това ще те убие. Ну, обыкновенно доктора, мы вчера вот с Олегом Григорьевичем разговаривали на эту тему, с Ириной. И обыкновенные лекари. Хорошие доктора. Добри лекари. Они не живут долго. Те не живеют долго. Особенно хирурги. Особенно хирурги. Попробуй хирурги. Вот так 10-18 часов постоять вот так без остановки. Попытайтесь так 10-18 часов достоите без спирания. Вот, по мировой статистике хирурги не живут более 60 лет. И по световной статистике хирурзите не живеют повече от 60 години. Это тяжелая работа. Това е много тежкая работа. Вот, поэтому надо периодически просто все взять и остановиться. И периодично трябва да вземете всичко и да се спрете. Но Бог мне уже давно открыл. Бог удавно мне открыл. Мы с супругой каждый год это делаем. Со супругой-то правим его всякая година. Перед сезоном. Преди сезоном. У нас сезон обычно это июль, август. И сезон июль, август. И где-то до середины сентября. И некогда до средата на сентябре. Мы куда-то уезжаем. Некогда заминавам им. И вот вы знаете, вот этот момент, я сижу на озере. В тот момент я сидя до озерота. У меня, наверное, кто-то видел на снимках. Может быть, кто-то видел на снимке. Восьмиметровая удочка такая. Имам водица, която е 8 метра. Кто-то назвал это жезлом. Някой нарекал това е като жезл. И вот я сижу. Сидя си. А это вообще не сезон рыбалки, как выяснилось. А това не е сезон на риболов, както се оказа. Рыба ни у кого не ловится. Никой не хванал риба. А мы ловим рыбу. А не ловим. И когда я понял, что большую рыбу я не поймаю. И готов разбрать, че няма да... Хвана гуляма риба. Я начинаю молиться Господу. Започвам да се моля на Господ. И Бог ночью мне дает откровение. И Бог през нощта ми дава откровение. Утром я встаю. Сутринта ставам. И говорю, я знаю, как поймать большую рыбу. И я сказал, аз знам, как да хванем гуляма риба. Вот надо сделать вот так, вот так. Трябва вот да направим так. Така, така и така. И мы так сделали. И не направихме така. И мы поймали большую рыбу. И хванахме гуляма риба. Хотя на соседнем озере сказали, обаче, это не сезон большой рыбы. На соседното езеро казаха, че не е възможно, защото не е сезон. Она сейчас прячется в таких ямах. Защото се крие в такива дубки. От солнца сидит в тени. От слънцето и седи в сянката. И никто ничего не ловит. И никой ничто не ловува. Не успела. Я понимаю, что это только Господь. И аз разберем, че това е само Господ. И вот я иду по полю. И аз така отивам, вървя по полето. Я остановился. Спрях. И я понимаю, что вот на самом деле жизнь настолько прекрасна. И аз разберем, колко прекрасен живота. А мы все бежим, куда-то несемся. А ние все бързаме, бягаме на някъде. Мы даже не успеваем увидеть. Дори не успяваме да как эта жизнь видим, прекрасна. Да видим, как и прекрасен жизнь, този живот. Жизнь, которую дал Бог. Който ни е дал Господ. Я вот щупаю вот эту травинку. И аз пипам тази трева. Смотрю на небо. Гледам небето. И говорю, как люди не могут понять. И си викам, как хората не могат да разберат.
И спрашивают, ну где ваш Бог? И питают, где ваш Бог? И мне приходит такой ответ сразу же. И мне идет такой отговор веднага. Бог, он везде. То и навсякогда. Вот он в этой траве. То и в тази трева. Эта трава выросла для тази тебя. Трева израснула за теб. Яблоко, которое ты съел. Тази яблоко, которое ты съел. Оно выросло для тебя. То и тя израснула за теб. Чтобы ты его съел. Ти да, да изъедешь. Вот этот розовый болгарский помидор, да? Розовый болгарский думати. Который у меня до сих пор руки трясутся. Да? За какую-то много их люблю. Хвалествую. Их специально для меня выращивают. Специально за меня ги израствуют. Виноград. Виноград. Примеров бесконечно. Много има примеры. Грозды. Мы ходим по Христу. И не ходим по Христу. Мы дышим Христом. Не дышим. Мы едим Христа. Не го едем. Потому что Бог написано посредством Христа. За что-то Бог посредством Иисус Христос. Сотворил все видимое и все невидимое. Сотворил всичко видимое и невидимое. Посредством Слова Своего. Посредством своего слова. Сказал Бог и сделалось. Бог и казал, и направил. Повелел и исполнилось. То и нарядил, и то и соисполнил. И слово стало плоть. И слово то и стало плоть. И обитало среди нас полная благодать и истина. И обитало среди нас исполнена благодать и истина. Послание к Римлянам написано, что через творение рук, да? Послание к Римлянам пишет, через творение это на рецепты. Силу и божество. Не видим Него, это сила и божество. Бог на самом деле везде. Бог в сущности и навсякогда. Просто остановись. Просто соспри. И просто познай. И просто треба да познаешь. Кто есть Бог. Кой и Бог. И знаете, когда мы вот так останавливаемся. И не когато така соспираме. Когда мы вот так садимся у ног Христа. Когато сядаме пред краката на Христос. Мы начинаем исполнять первую заповедь. Започваме да исполняваме първата заповед. Начинаем действительно любить Его всем сердцем наистина, и душой. Започваме да го обичаме с цялото си сердце и цялата си душа. Потому что Бога невозможно не любить. Защото невозможно да не го обичаме. Потому что Он источник всякой любви. За что-то той и источника на всякаква любовь. Он есть любовь. Той и любовь та. Когда ты смотришь только на Него. Когда ты глядишь сам у Него. Ты наполняешься этой любовью. Ты се испываешь тази любовь. И когда ты уже наполнен, насытен этой любовью. Нагнетен. Вече си наситен с тази любовь. Только тогда. Саму тугава. Только тогда. Саму тугава. Ты можешь развернуться. Можешь да се раз... своему ближнему. Се обърнешь към своя ближняя. Пойти и что-то ему дать. Да отидеш при Него и нечто да му дадеш. Согласна со мной? Согласни ли сте с мен? Написано, без Христа не можем делать ничего. Не, без Христос не можем да правим ничто. Без Ишуа Машех не можем делать ничего. Без Ишуа Машех ничто не можем да правим. Начни с того, что просто сядь. Започни само с того просто да седнеш пред краката му. Поглощай его. Просто поглъщай го. Ешь его. Яж го. Пей его. Пи го. И когда ты почувствуешь, что тебя распирает, да? Когда усечешь, что вече няма място вътре в тебе. От этой любви. От тази любовь. Тогда можешь пойти. Тогава можешь да отидеш да я споделишь. И начать гореть. Да започнешь да горишь. Вы знаете, немножко скажу о том, что значит быть теплым. И ще кажа, какво означава да си топъл. Потому что вот в этом месте, которое вначале прочитал в книге Откровения. Това място, в което прочетох. Бог говорит, ну так как ты теплый. Но за что ты си топъл? Так как ты говоришь. Така казваш. Вот то, о чем сегодня Олег Григорьевич говорил. За кое-то казва Олег Григорьевич. Я богат. Аз съм богат. Я разбогател. Аз съм разбогател. И все. Имам всичко. Я всего достиг сам. Достигнал съм всичко ни сам. Ни в чем не имею нужды. И нямам нужды от ничто. А Бог говорит. Но Бог казва. Ты не знаешь, что ты слеп. Ти не знаешь, че си сляп. И наг. И си наг. И нищий. И си беден. Да? Ты теплый. Ти си топъл. Что значит теплый? Какво означава това? Ну, по этому месту можно сказать так. Самодостаточный. Самодостаточен. Мне Бог не нужен. Бог не мне нужен. Я как-нибудь сам справлюсь. Сам что-то справим. Понимаете, да? И вот еще я уже заканчиваю, да, как раз вовремя. Еще один момент, я уже подвожу итог. Още один момент. Быть горячим. Да будешь горещ. Или холодным. Или студен. И Бог это восклицает сам. Бог восклицает сам. Он восклицает: о, если бы ты. О, саму. Аку, сибил, был бы холоден студен, или горяч. Или горещ. Понимаете, да, сейчас? Какой глубокий смысл? Какой глубокий смысл? Вы знаете, вот на самом деле, вот Джон Уайт когда-то сказал Джон Уайт уникальную фразу. Джон Уайт некогда сказал уникальную фразу. Тоже, израз. Кстати, английский писатель. Английский писатель. Он говорил так. То и сказал так. Что жизнь человека. Живота на человек. Оно не состоит из количества вдохов. Не состоит от количества на вдыхание. Жизнь человека она состоит. То живота се состоит. Из количества моментов. От количества на моменте. Когда хочется задержать, затаить дыхание. Куда ты искаешь, да задержишь дышанието. Вот так просто. Куда ты се изненадан, не искаешь просто да дышишь дури.
затаить дыхание. Знаете, я ныряльщик. И я сам гмуркач. Я ныряю. Гмуркамся. Я давно открыл такую, поделюсь маленькой тайной. Что сподели малка тайна на вас? На дне моря я ищу место. На дне моря тут тырся место. Вот там и так я дышать-то не могу, правильно? Я не могу додишем там. Но я ищу место, где мне хочется затаить дыхание. Но тырся место, где ту помалку искам додишем можете. Это уникальное переживание. У вас уникальное переживание. Например, я ищу место и нахожу где-то красивые водоросли. Кубови водоросли. А там на дне плавают... Я даже не знал этого. Сейчас уже не удивляюсь, конечно. Декоративные рыбки. Там на дно плывут декоративные рыбки. Даже здесь, в Черном море, полно декоративных рыбок. И только в Черном море има много декоративных рыб. Они разные, красные, желтые такие. Песа червения, желтые, различные цветовые. И вот я заметил, например, у меня ну, как бы нормальная задержка дыхания, это где-то минута-полторы максимум. И заболеза, что могут задержать дышину на 1 минута, 1 минута и половина. А тут вдруг я лег. И только аз легнах. И вот перед нами вот эта картинка, красота. Виждам тази красота. Я вообще впадаю в какое-то состояние. Я впадаю в такое состояние. Когда я вообще не думаю о том, что... Че не мисля дури. Дышать. Че треба дышать. Что за глупость вообще? Вече забравих... Зачем вообще дышать? Твой дишинету. За какого мне нужно? Оказывается, можно без дыхания вообще. Оказывается, че можешь без дишинету. Когда ты входишь в Божие присутствие. Когда ты влезешь в Божие это присутствие. И он становится твоим дыханием. То есть става твой ту дишиней. Дышать уже не нужно. Вече не тебе нужно, ты дышишь. Потому что он тебя насыщает. За что тут той ты насыщаешь. Своей славой. Со своей-то славой. Это примерно о том же, как 40 дней Илия мог без воды и без еды. И когда Илия 40 дней живел без воды и без храна. Как врач, я понимаю, что это по медицине это невозможно. Разберем, че по медицине это невозможно. Я считаю, что Илия находился в, и Илия, и Моисей находились ну, в особенном присутствии. Смятам, че Илия и Моисей сосинамирали в свято присутствие. Там время по-другому летит. И время-то там ворви по друг начин. Там один день пролетает, да, как день тысячи лет. Минава като хиляди години. Или тысячи лет пролетает, как один или день. Или хиляди години минава като один день. Слава Богу, правда? Слава на Бога. И поэтому по скрипту, да, я скажу сегодня. Я что скажу? В моем представлении... В моей-то представе. Очень важно служителям. Много важно на служителите. Вот Эдван Робертс поехал отдыхать. Эдван Робертс утешил до почива. 9 месяцев служил без остановки. 9 месяцев служил без спирну. И потом решил отдохнуть. И после решил да се почине. И больше не вернулся никогда. И никуда не се вернул после това. Какую ошибку он сделал? Каква грешка и направил вот той? Нам очень важно сделать сегодня правильный вывод. Треба ние да направим правилен извод сега. Нам важно научиться не отдыхать. Треба да се научим не да се почиваме. Отдых важен, конечно. Той е много важен. Почивката е важна. По-настоящему тебя может восстановить. Но наистина може да те восстанови. Как христианина. Като християнин. Только Иисус Христос. Само Иисус Христос. У нас в церкви в центре служения стоит Иисус Христос. В центре на служението стои Иисус Христос. Я христосцентрированный человек. И сам Христос центриран човек. Йошуа Машех в центре моего существа. И шо Машех и в центре на моето съществуване. Я понимаю, что без него я ничто и никто. Аз разбирам, че без него съм нищо и никой. А с ним я все. А с него съм всичко. В нем. В него. Мы все есть полнота наполняющая. Всички сме полнота, която напълва. Потому что он такой. Защото той е такъв. Если мы в него верим. Ако ние вярваме в него. Если мы ему послушны. Ако сме послушни на него. Если мы входим в дух. Ако влизаме в духа, в его святое помазание, в неговото свято помазание, тогда мы становимся совершенно другими людьми. Тогда ставаме совсем други хора. И еще раз. И още веднъж. Мы призваны периодически. И периодично сме призувани. Трудиться для Господа и гореть. Да се трудим, да горим за Господ. Периодически оставлять служение. Периодично да оставяме служение. Отстраняться. Да се отстраним, да се отдалечим. И для того, чтобы восполниться в Господе. Ну, да се восполним в Господ. Насладиться им. Да се насладим. Просто уедь в какое-то уединенное место. Просто это я сегодня всем вам говорю. Уединенное место. Если ты устал. Ако си изморен. Если ты дальше уже понимаешь, что так дальше не может продолжаться. Ако разбираш, че не можешь, да продолжаваш напред така. Я просто не успеваю. Не успявам. У меня просто нет сил. Нямам сили. Меня не хватает. Не ме стига. Просто уедь в пустыню. Просто замени его в пустыне. Уедь в горы. В планини. Уединись с Господом. Уединись с Господом. Не для того, чтобы отдохнуть. Не за да починешь. От Бога. От Бог. А для того, чтобы восполниться в Нем. А за да се восполнишь в Него. Вот такая моя проповедь сегодня. И твоя такова проповедь днес. Я сегодня планировал проповедовать о скинии. Планировал да проповедовать вам.
Ну, я предпочитаю поделиться тем откровением, которое вот только что пришло, и оно свежее. И я понимаю, что очень важно. Искал Господарю откровение какое-то получих на скоро и у этих чем много важного. Благодаря вот этому откровению я когда-то не выгорел. И благодарение на това откровение никогда не изгорях. И сегодня не могу продолжать нести служение. И сега мога да продолжавам своето служение. Чего желаю всем вам. И това пожелавам на всички вас. Я хочу, чтобы в нашей церкви были очень мощные служители. Искам в нашей церкви да има много мощные служители. Которые очень хорошо научились чередовать. Които много добре са се научили да редуват. Восполнением в Господе. Восполняване в Господ. И служением Ему. И служение на Него. Будьте благословены. Бъдете благословени. Аллилуйя. Слава Богу. У нас много свидетельств. Имаме много свидетельств. Я перед тем, как мы помолимся за финансы, расскажу еще одно свидетельство. Преди да се помолим за финансите, ще разкажа още едно свидетельство.